нашей стороны много моментов, которые можно было бы поправить, можно было много моментов просто не допустить, начиная с элементарных ошибок, заканчивая всем остальным. А сколько фактор скорости сказывался? То есть опять показалось, что одна команда была быстрее и, может быть, готова лучше физически? Или это был план от Барса, чтобы там, не знаю, как-то сыграть вот, ну, то, что мы, может, не видим, не понимаем, да, вот, со стороны? Ну, вообще, со стороны люди, которые смотрят хоккей, все говорят, то, что эта серия была самая быстрая, вот, самая активная, и на самом деле был очень хороший хоккей, очень скоростной, да, вы правильно подметили, и... Мы не уступали, да, просто соперник там где-то забил там 1-2 гола, они поймали уверенность в начале серии, это, наверное, сказалось на следующих играх. С чем связать такое большое количество удалений, даже сегодня два раза играть, наверное, втроем против пятерых на такой стадии турнира? Не будем обсуждать, да, удаления, которые были по ходу серии, вот. Но в течение сезона, помимо всего, что происходит вне команды, очень много мы удалялись. И не бывает такого, что мы так в один момент раз и перестали. То есть надо было это поправлять раньше. К сожалению, это был ключевой момент, один из ключевых моментов, который мы не поправили. Сколько вообще сказалось? Вот были разговоры по поводу гриппа, да, в команде, то, что переплов. Мне сказали. Об этом никто не говорит. То есть никто это... не говорит, никто. Это неправда. Никак не касается. Во-первых, оцени, пожалуйста, свой сезон, да, в целью коммуникационного контракта, и во-вторых. Что у тебя дальше в приоритете, Казань или уезжать? Ну, мы вылетели в первом раунде, неудачный сезон. Пока не владею никакой информацией по поводу дальнейшей своей судьбы. Вот мы закончили сезон, можно сказать, игровой. Вот, что будет дальше, пока не знаю.